вдребезги пьяный человек, непостижимо пьян стоит. Подходит девочка, Оленька, маленькая. Чё, дядя Никодим, как дела? Сысо. Я девочка. Нормально дела. И она решила с ним поиграть, так пальчиком в нос ему тычет, так пи-пи-пи-пи-пи-пи. Убежала, он ее проводил. Сломала, блин. Спасибо. Глухонемой человек приходит в аптеку. Аптека только открылась. Еще настроение никто никому не портил. И молодая продавец, женщина. Слушаю вас. Он ей говорит. Я так не пойму, вы покажите в прескурант или же в наличии, или напишите ручкой. Так мне не понять. Наташа, можно тебя? Подходит Наташа. Че? Спроси. Что вам, товарищ? А что это? А я не знаю. Жанна, можно тебя? В течение получаса. 8 офицеров этих продавщиц собрались, одна сознание потеряла, наша тырь дают нюхать. И одна из них говорит: у нас же завхоз Степан Тихонович Кругляк. Он же глухонемой, он разберется. Позвали Степана Тихоновича, он подходит. Тот ему. Ушел куда-то в подсобку, приносит пакетик, тот забрал пакет. Убежала. Все подбегают. Степан Тихонович, что вы ему дали? Глава семейства, молодой отец, возвращается из командировки. Дома не было полтора месяца, соскучился по жене, естественно. Заходит в домик, а домик такой неказистый, кривой, ремонта не было давно. Вообще не было никогда. Он зашел в домик, жена глазками стреляет, соскучилась. Детки сидят, кушают, все хорошо в доме, все в порядке, достаток полный. И он с женой там перемигивался, они прошли в спальню. Импровизированная спальня такая, условная спальня, скажем так. Только шторка так, шторка закрылись, и давай там у них разгорелось пламя страсти. Вулкан любви, они там дают дрозда такого, что все сыпется. Песок посыпался откуда-то. Треснуло стекло, и звездка на детей посыпалась. Плинтус отклеился. Ну, короче, там тряска идет, мини-землетрясение. И в самый разгар самый маленький отодвигает шторку. Папа, мама, я извиняюсь, но вы пока одного сделаете, троих поубиваете. Иван-царевич прогуливается вдоль озера и видит, лягушка сидит, он. Жаба. Вдруг она молвит человеческим голосом. Иванушка, возьми меня на руки. Болтает. Взял на руки. Чего? Кинь меня оземь. Он ее об землю. И она превращается в необычайной красоты принцессу. У них произошла любовь. Довольно долго, после чего она говорит: возьми меня на руки. Он ее взял. Чего? Брось меня на озимь. Опять превратился в лягушку. Он. А удобная штукенция. Самый серьезный юморист Игорь Маменко. Спасибо.